Трейлы, муж. Может ходить и быстрее, говорит врач Игорь Метелюк про своего пациента. А ведь еще совсем недавно Иван находился в отчаянии и почти не мог сделать и шага. Он получил сложный перелом после падения с лестницы. Неудачная операция, 1,5 года на костылях, страшные боли. Счастливый случай привел в Звенигородское отделение травматологии и ортопедии. Поехали с женой в парикмахерскую постригаться. Там сидели женщины в очереди, разговорились, у кого какие болячки. И она говорит, вот у меня муж год с лишним мучается. И одна женщина была, ну, тоже там. Ей делали, Игорь Святославович, на пятку или... В общем, сделал все хорошо, она довольная. Поставленная платно в московской клинике пластина не выдержала нагрузку. Снимок, сделанный 30 мая, показал, что здесь был необходим совсем другой подход. Уже 2 июня пациента положили на операцию. Вот один надрезик. Саморезы 9. Вытащили эти саморезы и вверх выкрутили. Ничего не больно. Я не волновался даже. У меня тут боязни не было даже совсем. Хотя более 2 часов через небольшие отверстия врачам пришлось с помощью жестких разверток буквально пробивать образовавшийся ложный сустав. Удалили в одну операционную сессию пластину из мини-разрезов, сделали остеотомию малоберцовой кости, рассверлили, пробили ложный сустав, это зона склероза, она была пробита, рассверлили костно-мозговой канал до диаметра 13 миллиметров последний ремер и установили гвоздь 12 миллиметров. Буквально на 2-й день после операции заставили ходить, вспоминает Иван. Не как зайчик прыгать, а наступать. Он сам идет и показывает. И уже через 3 месяца рентген показал полностью сросшийся сустав. Нет ни боли, ни дискомфорта. Нога даже прямее стала, смеется пациент. Провести такую операцию во многом помогли знания, полученные на курсах в Санкт-Петербурге, говорит хирург. А больница в Звенигороде располагает всеми необходимыми материалами, чтобы делать все бесплатно. В Одинцовской больнице, благодаря стараниям главного врача Андрея Васильевича Фадеева, есть достаточное количество металлофиксаторов нужного качества. Они все отечественные, но они все сертифицированы. И с их помощью мы можем оперировать даже вот такие ложные суставы. И, ну, вы видите результат. А результаты говорят сами за себя. Пора готовиться к выписке. И сотни слов благодарности всему персоналу не хватит, чтобы передать все чувства. Уважаемый Игорь Святославович, вам огромное спасибо. Я хочу отделению вашему подарить вот такую прекрасную икону. Это икона покровитель врачей, докторов, хранитель больных. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».